Всем привет! И сегодня мы поговорим про упражнение «Становая тяга с гантелями». Это упражнение позволяет работать с небольшими весами, делая упор на количество повторений и соблюдать отличную технику. Это приведет к качественным изменениям, первый из которых касается фигуры. Это упражнение отлично подойдет новичкам, как женщинам, так и мужчинам, потому что минимальный вес олимпийского грифа равняется 20 кг, а гантели можно взять поменьше. Данное упражнение имеет очень много разновидностей, такие как классическая, сумо, румынская тяга и тяга на прямых ногах. Но есть и противопоказания, поэтому если у вас грыжа, протрузия, сколиоз, кифоз, лордоз и прочие заболевания опорно-двигательного аппарата, то вам стоит избегать осевую нагрузку, либо работать с минимальным весом и с идеальной техникой выполнения упражнения.